Hey everybody, it's LeBron here. I got a quick brain teaser for you. What are the odds of making 10 free throws in a row? Here's my good friend Sal with the answer. Хороший вопрос задал нам Джеймс Леброн. Думаю, что ответ его удивит и не только его, но и нас тоже. Итак, процент попадания в корзину при свободном броске у Леброна составляет 75%. Всего лишь чуточку выше, чем у среднестатистического человека. Ладно, продолжим. У нас есть, предположим, что у нас есть миллион таких Джеймсов Лебронов, которые осуществляют первый свободный бросок. Давайте так и запишем. Свободный бросок под номером 1. И получается, что только 75% из этого миллиона Лебронов попадут в корзину. Давайте закрасим 75% этого отрезка. Здесь будет половина, 50%, здесь 25%, и здесь, соответственно, 75%. И мы полагаем, что 75% из миллиона Лебронов попадут в корзину. Ну, а остальные 25% Лебронов не попадут. Но нам нужно выяснить вероятность того, что из 10 свободных бросков все 10 раз подряд Леброн попадет в корзину. Бросок не один, всего их 10. Значит, далее мы рассматриваем только эти 75% Лебронов, которые забросили в корзину мяч при первом свободном броске. Эти 25% Лебронов обязательно попадут в корзину, но уже при последующих бросках. Но это нас уже не интересует, так как из 10 бросков должно быть 10 попаданий в корзину. Так что можно сказать, что эти 25% уже вне игры. Так, идем дальше. Свободный бросок номер 2. Какой процент из этих 75% оставшихся Лебронов попадет в корзину и при втором броске? Давайте мы предполагаем, что процент попадания в корзину не меняется. Он так и остается равным 75%. Значит, 75% из этих 75% Лебронов попадут в корзину и при втором свободном броске. Мы берем 75% из этих 75%. Это половина, здесь будет 25, а здесь 75. Вот этот отрезок представляет собой процент Лебронов, которые попадут в корзину 2 раза подряд. Это количество Лебронов, попавших в корзину при первом свободном броске и при втором. Это 75% из 75%. Давайте запишем. 75% из первых 75%. Думаю, вы уже догадываетесь, что будет происходить дальше. Итак, бросок номер 3. Какой процент из этих Лебронов попадет в корзину? Опять-таки, в корзину попадет 75% из оставшихся Лебронов. А какой это получится процент? Это будет 75% от этого числа. От 75% от 75%. 75% от 75% от 75%. Как-то запутанно, но сейчас разберетесь. И если мы проделаем то же самое до 10 броска, в результате получится очень маленький процент. Очень маленькая часть Лебронов попадет 10 раз подряд в корзину. Это будет 75%. От 75%, от 75% и так 10 раз. Это 75 умноженное само на себя 10 раз. Давайте запишем, какой процент у нас останется. Это будет 75% умножить на 75%. Пожалуй, я скопирую, чтобы не писать. Так, копируем и вставляем. Знаки умножения я допишу потом. Это у нас 75% умноженное само на себя 4 раза, 6 раз, 8 раз и 10 раз. Теперь поставим знак умножения, где необходимо. Здесь, здесь, здесь и здесь. Это очень маленький процент, очень маленькая дробь получится. Пересчитаем, сколько у нас здесь множителей. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всего 10 множителей с 75%. Вручную вычислить значение этого выражения у меня не получится. На это уйдет
Очень много времени, да и ошибиться можно в расчетах. Я предлагаю записать это выражение в виде степени и потом с помощью калькулятора посчитать, чему это равно. Как по-другому можно записать это выражение? Мы можем записать это как 75% в десятой степени. Эта запись показывает, что 75% умножается само на себя 10 раз. Эти два выражения равнозначны. 75%. Мы когда-то с вами говорили, что процент с латинского означает на сотню. Цент – это сотня. Значит, мы можем записать, что 75% в десятой степени – это то же самое, что и 75 сотых в десятой степени. А это равнозначно записи 0,75 в десятой степени. Теперь достаем калькулятор и смотрим, чему же это равно. Итак, 0,75 в десятой степени. И это равно 0,56. Давайте округлим до сотен, до сотых. Это будет 6 сотых. Если мы округлим до сотых, то это равно 6 сотым, а это то же самое, что и 6%. Значит, шансы попадания в корзину с 10 свободных бросков все 10 раз подряд составляют 6%. Это немного больше, чем один шанс из 20. А сейчас давайте запишем, так сказать, общую формулу для вычисления вероятности попадания в корзину любого человека, не только Леброна. Как это сделать? Итак, вероятность попадания в корзину из n свободных бросков все n раз. Давайте запишем так. Свободных бросков подряд. И эта вероятность равна проценту попадания в корзину при свободном броске у интересующего нас человека. И в нашем случае процент Леброна был равен 75%. В степени, показатель которой равен количеству самих бросков. Значит, процент будет в степени n. Например, можно вычислить ваши шансы. Предположим, ваш процент попадания в корзину при свободном броске равен 60%. Значит, это будет 60 сотых в степени. Ну, и, допустим, вы хотите выяснить, какие у вас шансы попасть в корзину 5 раз подряд из 5 бросков. Чтобы это узнать, мы возводим 6 десятых в пятую степень. Чему это равно? Это равно, давайте округлим до сотых, 8 сотым. Мы ответили на вопрос Леброна. А вы, в свою очередь, попробуйте подставить разные значения процента попадания в корзину при свободном броске и рассмотрите разное количество бросков. Так и потренируйтесь. Ну а на этом все и до скорых встреч!